В новом микрорайоне очередная волна новоселов. В администрации региона ключи от квартир получили 17 многодетных семей. Всего же в дом по адресу Сущинского, 4, будет переселено 33 семьи. Впервые за несколько лет квартиры были выданы большим семьям. Алена Валей познакомилась с новоселами. Ванна, кто спрашивал ванну? Замени. Своя новая квартира вместо съемной однушки. Многодетная семья Черепанниковых стала обладателями трешки. Пока родители пытаются свыкнуться с мыслью, что теперь будут жить в просторной квартире, четверо малышей уже рассматривают новую жилплощадь и определяют, где чья комната. Только полуторамесячная Изольда в силу своего возраста пока не вступает с братьями и сестрами в перепалку по разделу квадратных метров. Мы жили в однокомнатной комнате, потому что у нас аварийная квартира. И мы переехали, у нас трещина в нашей квартире, где мы жили, сверху, в деревянной квартире. И мы были вынуждены снимать. Вот. И на сегодняшний день, чем раньше мы оттуда съедем, тем легче жить будет всем. Несколько месяцев молодая семья, где пятеро малышей, ютилась на 20 квадратных метрах. Теперь у Захара, Вари, Давида, Зины и Изольды появилось много места для игр и занятий. Какую комнату ты хочешь выбрать? Эту. Почему? Да, потому что большая она и мой пенат наш. Большая семья решила переехать в новую квартиру сразу после получения ключей. Ведь съемные и места маловато, да и платить за проживание необходимо. Мы видим вот чудеса вот здесь в округе, мы благодарны. Вся власть от Бога, и мы принимаем то, что такие чудеса происходят. И мы говорим, мы соглашаемся, и мы даже не видели ее. Мы просто, мы поняли, что нам, как можем отказаться от того, что нам дают. Вместе с Черепанниковыми ключи от новеньких квартир в администрации региона получили еще 16 многодетных семей. В каждой воспитывается от 4 и более детей. Многие семьи пришли на торжественную церемонию с малышами, которые в актовом зале администрации нашли много интересного для своих детских игр. Некоторые даже представили себя на месте главы региона. Сиди, команда, ладно? Пока дети обследовали территорию, родители пытались поверить, что они, наконец, стали счастливыми новоселами. Это жилье строилось немножко для других целей. И вот именно решение Игоревичем Сантурасовичем изменили целый характер. И в год ребенка, который был объявлен Игоревичем, мы смогли доставить жилье. И практически мы закрыли очередь многодетных, которые у нас в департаменте. В новых квартирах у больших семей появится больше возможностей для воспитания маленьких жителей региона. Вместе с ними будет расти и новый микрорайон. Вам на самом деле повезло. Вам повезло не только потому, что сегодня вы получили ключи, а потому, что вы начинаете новую жизнь в новом микрорайоне, в котором по ближайшим планам там должна у вас появиться школа, детский садик и также прям совсем рядом вот с этим кварталом новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Но это пока в перспективе. Сейчас счастливые новоселы думают о том, как обставить новые квартиры и обустроить быт своих больших семей. Алена Валей, Александр Дуркин, телеканал «Север».